10 лет прожили в браке Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, но, похоже, счастливой семейной жизни приходит конец. Во время последней поездки актеров в Канаду в буддийский монастырь кольца на пальце Бена не обнаруживается. По заявлению инсайдера... У него типичный кризис среднего возраста. Он хочет понять, что делать со своей жизнью дальше, попытаться снова стать хорошим мужем. Разговоры о разводе пары идут уже давно. Бена неоднократно обвиняли в изменах. После нашумевшей картины «Исчезнувшая» актеру приписывают роман с Эмили Рейтаковски. И нам нельзя встречаться сейчас. Что сейчас? Это опасно. Ты собирался разводиться? Только никому не говори это. Позже его якобы новой возлюбленной становится другая миловидная коллега по съемочной площадке Анна Кендрик. И хотя пара пока никак не комментирует новости о разводе, в случае, если он все-таки состоится, делить им придется не только многомиллионное состояние, но и аж троих совместных детей.